они всегда хорошо заканчиваются, и добро побеждает зло. Это да, но есть страшные сказки про Бабу-Ягу, Лешего, Кикимору. Ой, вот она пожаловала. Каждый раз, когда молчу, а не поет, каждый раз, когда ручью по меня пойдет, вот так вот.
смотри, а ты любишь бегать по лужам, чтобы брызги во все стороны разлетались? Люблю, только мама потом ругает, что ботинки промокли. А вот Шукроновик Мирзоева предлагает снять ботинки и бегать босиком. Давайте послушаем песню «Сегодня дождь». Чудня тая,
Анна Болотина! И много, не мало! Маленький!
Go!
странного человека в зонтом, шляпе и плаще. Да, видела, он рвется нам на сцену и что-то хочет рассказать про себя. Может, позовем его? Ой, он, по-моему, не один. Держу я дом,
луне такие зелено-желтые маленькие человечки. Давай спросим у Дарьи Топчу, она точно знает. Дарья Топчу, лунатики! Я раскрыл.
каждого человека. Что надо защищать, беречь и любить? Думаю, Родину. Однозначно Родину. На сцене вокальная группа с песней «Расцветай, моя родная Россия». Я поднимусь, поплыли в туман на три года.
Thank you.
тебя найти. Thank you.
нашего Арсения звукорежиссера, ТК «Исток», надежду нашего художественного руководителя, Надежду Вячеславовну, многочисленных родителей, бабушек и дедушек, и всех-всех-всех моих учеников. Это Лизонька Кочкина. Большое будущее, если они будут трудиться.